Наша демократия в полной жопе. Чтобы из нее выбраться, нам срочно требуется наивный дурачок из народа. Если вы предаете свои принципы в тяжелые времена, то это уже не принципы, а хобби. Миленько. Перед тобой оживший герой вестерна, а ты говоришь миленько? А, да, ну, это просто чертовски да, миленько. Полковник Джек Гастингс, наш ключ к сердцам достопочтенных фермеров штата Висконсин. Только он об этом еще не знает. Могу я быть с вами предельно откровенным? В задницу этикет. Полегче. Здесь моя дочь. Так это была ваша дочь с рукой в корове? Таким, как я, не часто приходится общаться с такими, как вы. Открывашка есть? Это она откручивается. А, да-да-да-да-да, я знаю. Да, не мы реально зубами попробуем. Я могу вам помочь. Сделайте коров потише! Стать мэром Оленьего озера. И разверните их рабочей стороной в камеру. Господи боже. Точно вам говорю, Джек вполне может победить. Наши скромные усилия уже заставили волноваться конкурентов. Зачем пожаловала? Увидеть, как гаснет последняя искра надежды в твоих глазах. Это наслаждение. Ага. Ты стал жирным. Мы прогремим на всю страну. Все, ребята, игра началась. Шумиха на телеке, куча денег. Выглядит полным безумием. Разгоните черных коров, они какие-то депрессивные. Это лучшие из лучших. Все, что ты можешь, только запугивать. Это называется эффективная стратегия. Демократы на грани поражения. Они в отчаянии. Это очередной яркий пример того, как столичная элита пытается учить нас жить. Но ты сама из Вашингтона. О нет, ты заблуждаешься. Я уроженка Оленьего озера. Это ложь. Наглая ложь! Нет, правда. Как тебе не стыдно? Чистая правда. Дня, об этом городе. Спасибо вам за горячую дискуссию. Честный кандидат. Очень скоро в кинотеатрах.